Пацаны, привет всем. Делаю сейчас ключ ступичный на ИФУ. Не это у меня. Заказал он гайки, сальники тут. Купил. Понаходил на OLX. Спасибо. Выслали он. Вот такие гайки. Вот такого смысла. Вы поняли? Ключа нет у меня такого. Приходится подготавливаться к этому вопросу. Один, что мне не нравится, резьба 80 и шаг на полтора тут, блин, ну, не люблю я на полтора на этом диаметре. Хотел уже брать там зиловскую, точить, ну, не стал заморачиваться. Нашел, сейчас покажу ключ какой. Вон, два резца взял, сейчас их приварил, жопу чем-то забил, сейчас гайку приварим он. Колесную, как раз с левой резьбой, она у меня нигде. Я их не использую, я их увариваю как на вороток. Сейчас обточим. Это я взял кардан камазовский. Был у меня кусок, он проточил его. Резьба 80 на полтора, а я сделал 81 примерно здесь, чтобы, ну, не затирало. Вот так вот собрал вот сюда. Вот гайка есть, вы поняли. Намотал наждак, чтобы зазор, чтобы об резьбу не затирало. Когда эту вторую гайку будете снимать, первая она почти за, ну, до упора стоит, а вторая может затирать, если шлицы. То есть намотал он наждачка, все, сейчас обварим. И будем собирать ИФУ, а то она мне уже начинает тут не нравиться, что долго стоит. Короче, занимаемся, братья, как-то так он. Все, собираем ступицу. Ступицу отмыл, сальники нашел, все нормально. Все, обварили гаечку. Шайбу нашел какую-то с металлолома. Проточил, чтобы руки не резать. Все, вот такая вот у нас получилась ерунда. Вот такая, вот такой ключ ступичный. С мусора, с того, что есть. Все хорошо цепляется. Вот видите, как подогнал. Сварка и металлолом делает чудеса, пацаны. Так что потихоньку идем вверх. Ни шагу назад. Вытянули мы бегемота с болота. Там многие писали, я бы выехал бы, я бы то, я бы это. Ну, когда сядете, обязательно ссылочку мне на мой YouTube канал. Многим будет интересно, как можно выехать из, ну, похожего багна вот самому. Аж будет интересно, честно. Это по поводу выезда. Все, думаю, как-то так. Мне там многие писали, что орал, что-то еще. Из-за того, что бегали все и не знают, как руки и ноги отлетают от натяга веревок этих, тросов и всего такое. Лучше поорать, и все всегда все слышат. То, что, ну, я работаю вот так. И все целые и живы. Главное, конечный результат в этой работе, в нашей. Я думаю, что мы его достигли из-за того, что у нас есть. Не вызывали фирмы, эвакуаторы, там что-то еще. То есть своими силами, грубо говоря, сделали, веревками своими. Мне один там писал, рации нужно купить, что-то еще. Да, я буду еще рацию ездить искать неделю, там где-то что-то. То есть была задача, и мы ее решили из того, что есть. Оно с дивана виднее, я думаю. Как-то так. Все, пацаны, это мы от темы отошли. Занимаемся ИФочкой. Сейчас будем собираться, ставить. Ключ вот занял времени. Вроде бы и немного, но найти с чего, как, где, обдумать все, подогнать. Сальники нашел. Вот ее родная шайба такая хитрая. Видите, у ИФа.
Сальник забивается. Размер сальника 110 на 130. Не знаю, это видно или нет. Да. 13 ширина. Как-то так. Все. Занимаемся сборкой. Так, пацаны, собрали ступицу. Барабан одевается. Потом все нормально одевается. Фух. Проблема следующая. Шпильки, потянутая резьба. Ну, годы берут свое. Вон я. Блуда у меня. Плашка того, что не проходит туда. Приваренная плашку он приварил. Что там было. По-быстрому замутили. Чик ее сюда. И гайковертиком он у меня. Гайковертик тема. Сейчас 10 минут, 15. И все готово. Вот такая ситуация. Немцы молодцы. Резьба 22 шах полтора. На КамАЗе, на Урале на 20. Ну, меньше автомобиль и резьба большая. Ну, все нормально. На КамАЗе, блин, на 20 не годится. Срываются резьбы, блин. А здесь я, конечно, молодчаю. Сейчас их вон мажем. Вон, видите уже, как работает. Я люблю, чтобы оно все вот так работало. Ну, короче, занимаемся, братья. Так, пацаны, сейчас вам покажу рабочий процесс. Он сел, табуреточка. Главное смазать сверху вниз. Не снизу вверх, а сверху вниз. Все, этот. И наживить вручную, для того, что можно пойти не по, ну, по резьбе. Вон, берете айковерт, выставили. Туда обратно. Хоп, потом масленочка. Чик-чик-чик. Сейчас вот сижу и думаю, вот мысль идет параллельно от работы. Сейчас расскажу вам за ноу-хау. Ну, не то, что ноу-хау, из опыта. Все же мы бедные. Сейчас вам идею свою подкину. Она многим пригодится. Вот так вот что-то мысль пошла у меня. В процессе работы нашего. Сильная резьба забитая, были эти потянутые, вернее отпущенные колеса там выбило, но на наш век хватит. Нет, поменять. Все. Ну, вот такой процесс. Как бы интересного тут, ну что, бери, крути, стучи, да и все. Сейчас вам расскажу за ноу-хау свое, что я там хочу вам поделиться. Может, многим пригодится. Сейчас выйду, подготовлюсь. Так, пацаны, ноу-хау по поводу как зацепиться сильно. То есть вариант, вот если нужна груз, там вот у меня возникла проблема, мы когда доставали экскаватора вот такими петлями, ну смысл вот такой, это как бы размер меньше, мы взяли эти китайские, купили на 28 палец, и его все равно согнуло вот тут, и его разобрать как бы сложно. Что я придумал, это уже проверено временем, и сами видели, все выдержали. Ну, фирменные есть вот такие, ну и им там ценник, ну, дуже много, очень, очень много, а мы ж все же из подручных, вот, тремянка, КамАЗ, вот как бы у меня они есть, это радиусная и еще лучше, есть они еще мощнее, знаете, там, задние стремянки, либо есть родные, вот сюда, эти, бугеля, отдельные, то есть, ну, либо цельный лист идет, либо отдельный, то есть, это еще как бы легче. Вдруг там соединить там чалку с чем-то, вот как у нас же, говорю, возникла проблема. Я одной работал, все выдержало, то есть рвали все, а моя система выдержала. Вот, это я взял из этой ИФы, это ж моя система ИФовская. Вот сейчас вам покажу. Вот, в принципе, она вот так всовывается, снизу раз и все, и обжимаем мы подрамник.
Вы поняли, да? Насчет этого. А, вот они. Вот, видите. Отдельная штука. Ее можно использовать, чтоб чалку сюда завел там. И все. И работает сильно, дешево. И сердито. И я думаю, что у всех они есть там. Валяются стремянки. Гайки наживил. Или вот такой он на 50 квадрат ставил он, вот не этот кругляк, все, и чалка, то есть ее не будет рвать, и работает очень сильно, пацаны, то есть, ну, проверено временем и годами, ее невозможно разорвать. Я не знаю, что нужно, но вот мы через меньшую тянули 22 тонны экскаватор, и нагрузка и шла вся на ней, как бы, ну, там еще были соединительные вот такие, они выдержали, но болты согнуло и все. Как бы, как говорится, вот это решил поделиться. Может, кому-то будет эта информация полезна. Работает четко. Все. Собираем, режем. Резьбень. Не знаю, сегодня еще успеем что-то или нет. Много подготовительных работ. Короче, занимаемся, ребята. Время есть. У нас там снег, что-то мелкий, сыро, минус один, что-то, ну, как обычно. Ну, рабочий процесс идет он у нас там. Крутим, вертим потихонечку. Как этот говорит Серега, американец, хорошие дела быстро не делаются. Так вот эта ифочка собирается, все потихонечку. Короче, братья, вот так, наверное, буду завязывать сейчас видос, вам запилю. Может, многим это будет информация, как говорится, и полезная. Ее ж не носить за собою. Кто-то увидел раз в жизни. Это я сам выдумал. Все ж с этой экономической, ну, точки зрения. Все, пацаны, наверное, буду завязывать на сегодня. Сейчас там резьбы добью. Да и все. Все, всем привет. Мы работаем.